ДТП случилось на улице Севастопольской. Водитель утверждает, что ребенок появился на дороге внезапно. Ребенок выбежал прямо из-за забора вот с этой стороны, то есть даже не глядя, не видя, не смотря никуда по сторонам, и рванул на проезжую часть. И прямо, получается, на капот мне. К счастью, ребенок не сильно пострадал. 10-летний мальчик получил ушибы и ссадины. Вместе с тем, количество происшествий в Димитровграде с участием детей ежедневно растет. Местное отделение ГИБДД бьет тревогу. Уважаемые родители, если вам дороги свои дети, просьба к вам провести с ними беседу по правилам дорожного движения. Объясните им, как переходить на дорогу, где переходить дорогу и как надо вести себя на правой части дороги. Еще одно ДТП произошло в понедельник на Верхнем пруду. Водитель не справился с управлением, и его запорожец врезался в столб. Пожилая женщина, находящаяся в машине, госпитализирована. Татьяна Балнева, Евгений Ерофеев, Анжелика Барынок. Новости Димитровграда.